В прошлый раз мы закончили с Галилеем, определили закон падения материальных тел. Ну а теперь позвольте вам представить сэра Исаака Ньютона. После Галилея Иоанн Кеплер определил законы движения планет. Но Ньютон доказал, что планеты, звезды, все небесные объекты движутся согласно одним и тем же законам. Существует единый закон, описывающий любое движение. Например, движение этого яблока. Согласно легенде, яблоко упало ему на голову однажды ясной ночью, и он внезапно осознал этот факт. Давайте проведем мысленный эксперимент. Его автор Ньютон. Его название — эксперимент с пушечным ядром. Вот я здесь стою. Давайте представим, что тут высота 5 метров. Я выбрал 5 метров, потому что с этой высоты яблоко падает до земли одну секунду. Так что я бросаю это яблоко, и оно падает примерно одну секунду. Теперь я проделаю этот же эксперимент с деревянным шариком. Но в этот раз я придам шарику горизонтальную скорость 2 метра в секунду. Это значит, что за время, пока шарик будет падать, за одну секунду, пока шарик летит до земли, он пролетит по горизонтали 2 метра. Так что он упадет в 2 метрах от меня. А теперь я могу повторить этот эксперимент с стальным шаром для игры в питанг и придам шару горизонтальную скорость 5 метров в секунду. А вместо этого я сразу перейду к гораздо большей скорости. Представьте, что я бросаю этот шар со скоростью 7900 метров в секунду. Из соображений безопасности позвольте просто проиллюстрировать это на доске. Итак, мы бросили стальной шар со скоростью 7900 метров в секунду. Я выбрал эту скорость с таким расчетом, чтобы через секунду шар был бы все еще на высоте 5 метров. Из-за изгиба поверхности Земли. Это означает, конечно, если игнорировать трение, это означает, что шар будет продолжать падать вокруг Земли. То есть он начнет вращаться по орбите вокруг Земли. Конечно, в реальности имеется трение. Если бы даже я мог кинуть шар с такой скоростью, он бы мгновенно расплавился из-за трения о воздух. Ну, давайте представим, что трения нет. Воздуха нет. Так что я запустил таким образом этот шар на орбиту. Итак, этот эксперимент с пушечным ядром, это название предложил сам Ньютон, показывает, что движение этого шара идентично движению, например, Луны. Луна падает, на самом деле. Падает вокруг Земли точно так же, как и пушечное ядро. Так что она подчиняется тем же законам свободного падения массивных объектов, что, например, и яблоко. Также и для спутников. Например, Международная космическая станция вращается по орбите вокруг Земли согласно тем же законам, согласно которым яблоки падают с деревьев. Итак, гравитационная сила универсальна. Она применима к материальным объектам, как шары или яблоки, или к небесным объектам, как звезды или планеты. Исаак Ньютон также идентифицировал универсальную силу притяжения и свойства этой силы. Если мы имеем два тела определенной массы,
силы притяжения между ними пропорциональна массе каждого из этих стен и обратно пропорциональна квадрату расстояния между этими телами. Если у нас есть массивные сферические объекты со сферической симметрией, как, например, Земля, то эта ситуация идентична тому, как если бы вся масса тела была сконцентрирована в одной точке, в центре этой сферы. Это означает, что притяжение между нами и Землей будет такое же, как если бы вся Земля была сконцентрирована в ее теле, в центре. Итак, что характеризует силу гравитационного притяжения? Это универсальная константа, которая известна как гравитационная константа, или константа Ньютона, которую мы обозначаем буквой G, которая по величине очень мала. Ее величина составляет 6 умножить на 10 в минус 11 степени. Но мы позже вернемся к степеням десятки. В общем, это равняется 6 100 миллиардным. Это очень маленькое число, которое показывает, что гравитационная сила очень слабая. Позже мы вернемся к этому. Но выясняется, что гравитационная сила — это самая слабая из всех фундаментальных сил. Теперь мы можем вернуться к разнице между массой и весом. Позвольте напомнить, что масса измеряет инерцию, то есть то, как сильно тело сопротивляется изменению его движения. В то время как вес — это сила на тело со стороны гравитационного поля Земли. Это означает, что масса всегда будет той же, в то время как вес может меняться. Если мы возьмем, например, вес этого килограмма сахара на высоту 6300 километров, я выбрал такую высоту, потому что, как мы знаем, радиус Земли 6300 километров, и таким образом мы окажемся на расстоянии вдвое больше от центра Земли, чем сейчас. Итак, если мы на высоте, равной расстоянию до центра Земли, то мы находимся на расстоянии вдвое больше от центра. То есть сила притяжения слабее в 2 в квадрате раз, то есть в 4 раза. Вот что это означает. Вес этого килограмма сахара будет в 4 меньше. Также можно проверить это на других планетах. Можно, например, полететь на Луну. В случае Луны притяжение слабее, так как масса Луны намного меньше, 81 раз меньше. Но также и радиус Луны меньше. Так что мы окажемся ближе к ее центру. Складывая эти два эффекта, меньшую массу и меньший радиус, мы получим, что на Луне вес килограмма сахара будет в примерно 6 раз меньше веса того же килограмма сахара на Земле. Как видите, в зависимости от того, где вы, вес разный, а масса остается та же. Так как я только что упомянул Луну, давайте воспользуемся возможностью посмотреть очень известное историческое видео. Это полет Аполлона 15, когда капитан Дэйв Скотт провел эксперимент с падением пера и молотка на поверхности Луны. На Луне нет атмосферы, нет трения, так что идея была в том, чтобы проверить, что перо и молоток падают одинаково на Луне. Давайте посмотрим. Watch this video. Cam, we copy the both solar wind and penetrometer drum in the ETB. Not quite yet. I haven't put the solar wind in yet, but I will shortly. Oh, wow, watch this. Yeah. I have a good picture there. I've got the beautiful picture, Dave. Well, in my left hand, I have a feather. In my right hand, a hammer. And I guess one of the reasons we got here today was because of a gentleman named Galileo a long time ago
who made a rather significant discovery about falling objects in gravity fields. And we thought that where would be a better place to confirm his findings than on the moon. And so we thought we'd try it here for you. The feather happens to be appropriately a falcon feather for our falcon. And I'll drop the two of them here, and hopefully they'll hit the ground at the same time. How about that? 5 seconds. And Mr. Galileo was correct in his findings. Давайте подведем итоги. Мы определили гравитационное поле как универсальную силу, которая прилагается ко всем объектам, либо обычным материальным объектам, как яблоко, кусок сахара, мяч, или небесным объектам, как планеты и звезды. Сила пропорциональна массе каждого тела и обратно пропорциональна квадрату расстояния между телами. А вес тела — это гравитационная сила со стороны Земли или другой планеты на это тело. А теперь позвольте мне задать вам вопрос. У меня тут коробка кускового сахара. Я старался показать вам разницу между массой и весом. Представим, что мы на космической станции в невесомости. Эта коробка плавает по космической станции. И мой вопрос следующий. Как бы вы определили, что эта коробка пустая или полная?